Уважаемые подписчики и гости канала, сегодня у нас 28 ноября. Я решила сегодня замочить семена пипины. Друзья, все, кто меня сейчас смотрит, кто получил мои посылочки, вы можете делать это вместе со мной. Что я сейчас делаю? Лизочка, не балуйся, детка. Я сейчас высыплю, друзья, это те же самые семена, которые я вам посылала. Никакие не другие, а именно те же самые семена. Поэтому, чтобы убедиться, что они хорошо всходят, я вот часть семян этих высыпаю в салфеточку, как видите, вискозная салфеточка у меня. Там можно даже еще насыпать. Так. Сверну ее салфеточку вот так, как бы, вот таким кулечком. Тут вот у меня стоит вода теплая. Здесь где-то примерно 25 миллиграмм. В эту воду я сейчас, друзья, добавлю перекись. В эту воду, друзья, добавлю перекись водорода. Вот, посмотрите. Перекись водорода. Добавлю я сюда, на эти 25 миллиграмм, ну, где-то 20 капель. Я думаю, страшного ничего не будет. Перекись водорода – это тот же самый озон, друзья, если уж так сказать, после дождя. Вот. Ну, в общем, сейчас я вот открою. Так, друзья, я обрезала вот пиптики. И вот сейчас накапаю 20 капель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Так, друзья, я накапала. Можно даже и больше. Страшного ничего нет, друзья. Ну, я думаю, будет достаточно. Теперь я опускаю семена в стаканчик. Пусть они полежат, ну, минут 10 в этом стаканчике, я думаю. Минут 10. 10 минут прошло. Вытаскиваем из водички семена. Немножко отжимаем, ну, чтобы не была прямо вода, чтобы не текла. И ложим в пакетик. Вот в такой. Теперь ложим сюда записочку, что 28 ноября у нас положено. И заворачиваем и ложим в теплое место. Не в жаркое, друзья, не в горячее, а именно в теплое место. Где-нибудь на кухне, на полочке. Вот, например, вот так вот на полочку я положу. Вот. И пусть лежит. Каждый день, друзья, надо будет проверять семена, чтобы проветривать, чтобы они не задохнулись у вас. Ну ладно, я сейчас положу. И вам хочу показать. Вот в микроволновке, друзья, я приготовила уже землю, прожарила ее в микроволновке, вот потому что здесь чистенько все. А земля, я в пакетик ее положила. Значит, земля у меня, друзья, с моего, я копала когда яму, там земля у меня. Сюда я добавила немножко перегноя и немножко золы. Все это смешала, полила чуть-чуть водичкой, пропарила. Теперь пусть у меня она стоит на окне, эта земля. Вот. Это будет уже земля, готовая к посеву. Итак, друзья, будем следить, что же будет происходить. Как только наклюнутся семена, я вам покажу.